Так, добрый вечер, друзья. Здравствуйте. С вами на связи Анна Богинская, автор известной трилогии «Жизнь и грех прощения». Добрый вечер всем. Вот, у меня сегодня с вами новый опыт, который я переживаю. Я сейчас нахожусь на Бали. Бали, можно и так называть. Я специально выясняла этот вопрос. Вот, и как это... Ночная трансляция. Для меня она ночная, потому что у меня сейчас почти 2 часа ночи. Но, тем не менее, контент-план, есть контент-план и желание, и знаю, что вы очень ждете это видео, и здесь я буду находиться еще долго, поэтому я подумала о том, что нужно все-таки выходить в трансляции к вам, несмотря на не очень удобное время для меня, мне хочется, чтобы оно было более максимально удобное для вас. Поэтому время сейчас у нас трансляции будет 8-9 вечера, примерно вот так, потому что ну, в 10 это получается 3 часа ночи, это нереально. Вот. И сегодня мы продолжаем с вами серию трансляций, касаемых нарциссов, психопатов, социопатов, потому что я знаю, насколько для вас эта тема важна. Пока вы собираетесь, напомню вам о том, кто же я и почему я делаю эти видео, и каким образом вообще эти видео появились, образовались, и как вообще это все случилось с нами. Я автор Анна Богинская, автор известной трилогии «Жить жизнь, грех прощения». Впереди мы ждем третью книгу «Вознаграждение». Это книги, которые посвящены свободе и личностной трансформации. Я бы так назвала, что это не просто романы, а романы-тренинги, в прочтении которых в историю, вообще в сюжетную линию, вшито огромное количество разной информации, связанной с моим личным опытом, с моим пониманием мира, разные техники по работе с собой и так далее, и так далее, и так далее. И поскольку в свое время, когда я начинала писать «Жить жизнь», я понимала, что самое главное, что происходит с нашим обществом сейчас, самое жуткое, самое такое страшное, это то количество манипуляций, которое происходит с людьми, что огромное количество разных семинаров, тренингов учит людей, как манипулировать другими с помощью разных технологий и техник. Вот. И первый роман «Жить жизнь», он посвящен именно свободе от манипуляции. Почему свобода от манипуляции? Потому что я убеждена, что манипуляция – это как ограбление, как воровство. Поэтому человек, который манипулирует, естественно, он грабитель, просто психологический грабитель. И из-за собственного незнания мы очень часто становимся жертвами этого. Вам хорошо меня, кстати, слышно? Вам хорошо меня слышно, видно и так далее, потому что у меня новый опыт, новый свет, все новое, новый фон и так далее. Спасибо, кстати, за ваши теплые поздравления. Очень много их было. Наверное, не знаю, тысячи и тысячи за ваши теплые слова. Я вчера искренне писала вам благодарность пост. Поэтому спасибо вам за ту волну любви, которую вы меня накрыли 13 числа. И мне очень понравилось, что все писали письменно, но никто не нарушал моих границ там, в виде звонков и так далее. Поэтому для меня это... тоже большая благодарность, потому что я очень люблю на свой день рождения быть в очень близком кругу, или вообще даже в одиночестве. То есть для меня это такой важный момент какого-то подведения итогов и закладки будущего, да, и восприятия оценки будущего, потому что я убеждена, что человек должен сравнивать себя только с собой. Вот, это признак здоровой личности, с собой сегодняшним и с собой год назад. Вот, второй роман «Грех прощения», он посвящен, собственно, почему мы становимся жертвами манипуляции, какие страхи и вообще какие механизмы восприятия мира наши внутренние механизмы восприятия внешнего мира заставляют нас все это терпеть и заставляют нас в это погружаться, в этом быть, в этом находиться и вообще, где эта грань, да, почему для героини это все длилось 40 дней, а для кого-то это длится годами, героиня моих романов. Поэтому вот эта вот форма, она тоже очень важная, потому что у жертвы всегда есть две стороны медали. Первая сторона медали – это почему манипулятор обратил на нее внимание, это его ответственность. Но когда он зацепился в нашей жизни и начал нами пользоваться, это уже наша ответственность. Поэтому вот так. Напомню вам, что в «Жить жизнь» и «Грех прощения» есть в клубе на сайте annabogynskaya.com и попадаете в закрытый клуб, где есть огромное количество полезной информации,
которые поможет вам в личностном развитии. Кроме того, у меня есть такое правило отмечать каждый год годовщину клуба «Жить жизнь». Поэтому 25 июня в этом году мы тоже празднуем годовщину нашего клуба. Ему будет уже 2 года. Привезу огромное количество подарков, естественно, для всех моих бабочек. Но самое главное, мы запускаем онлайн, который будет для всех участников клуба бесплатный, то есть без оплаты, не стоит никаких денег. При том, что вообще участие в таком семинаре стоит 300 евро. То есть это 7 занятий по 2 часа. Этот онлайн будет посвящен физической трансформации нашего тела. То есть называться он будет «Живьем». То есть «Жив и ем», как я называю это. Пришла мне в голову такая идея. Читать его буду не я, будет читать приглашенный спикер, я буду участвовать вместе с вами. Этот онлайн направлен, онлайн-курс на то, чтобы помочь человеку разобраться с собственным лишним весом и питанием. То есть согласно этой методике, каждый человек, который имеет проблемы с лишним весом, имеет неудовлетворенные потребности, которые таким образом эмоциональные, которые таким образом компенсируют. Поэтому присоединяйтесь, если вы хотите понять, что в нашей психике заставляет нас иметь лишний вес, и это исправить мгновенно, потому что результаты этого семинара, они феноменальны. При том, что человек может есть все, что он любит, и все, что он хочет, в любое время суток и тому подобное. Но изменяя психологическое свое восприятие и реакции на многие вещи, научившись слышать собственное тело, вот мне кажется, это самое правильное описание этого курса. Мы учимся на нем слышать собственное тело, взаимодействовать с ним. То есть идти не туда, куда ведут наши эмоции на уровне головы, а на уровне того, что говорит наше тело. Поэтому присоединяйтесь прямо. Присоединяйтесь. Нет, этот онлайн будет в группе. Я не знаю, если вы за сегодняшний спрашиваете, то сейчас навсегда я сохраняю записи. Если вы спрашиваете за онлайн в группе «Жить жизнь», то, конечно же, будут записи сохранены. Поэтому каждая бабочка, присоединившаяся, будет иметь возможность в записи поучаствовать. Но интересно поучаствовать в нем вживую, задать вопросы и так далее. Вот. Сегодня у нас непростая тема. Ну как, она для меня простая, но для вас, возможно, она будет такая сложная в чем-то. Мы говорим сегодня, продолжаем с вами серию трансляций на тему манипуляторов. Вот. Так получилось, что в свое время после выхода «Жить жизнь. Грех прощения» меня стали называть специалистом в этом вопросе. И действительно это так. Мне кажется, что то, что исследовала и изучила я в понимании вообще, кто такие манипуляторы, наверное, не изучил ни один человек на планете Земля. У меня есть такое свойство моего характера – это пытливость моего ума. То есть, когда мне надо до чего-то дорыться, я буду копать очень долго и постоянно для того, чтобы понять, почему они так себя ведут или каким образом устроена их психика. Причем не на уровне психики, но еще и на уровне мозга и на уровне физиологии, да, назовем это так. И естественно, то, что мы сегодня знаем, то, что я понимаю, да, каким образом начались трансляции, это ваши вопросы, которых появилось у меня в личных сообщениях огромное количество. И в какой-то момент я осознала и поняла, что нет никакого смысла постоянно отвечать письменно, да, писать большие тексты, что можно вместо этого делать ответы на вопросы ваши, посвящая какие-то трансляции разным темам. Вот. И таким образом мы начали с вами общаться. Поэтому тот контент, который происходит в принципе в наших трансляциях, он в первую очередь генерируется вами. То есть вы создаете этот контент через собственные вопросы. И в какой-то момент было очень много запросов на разницу между нарциссами, мизогинами, перверзными нарциссами, психопатами, социопатами, пикаперами. Ну, то есть разные виды манипуляторов. И вот мы с вами подобрались уже к социопатам, у нас остались социопаты, психопаты и пикаперы. Вот. Но напомню и скажу о том, что у меня есть мое мнение, и оно, возможно, субъективно, возможно, кто-то может с ним быть не согласным, но мое мнение, что большинство нарциссов 25-30 лет очень часто заканчивают социопатами или психопатами.
И здесь форма, очень важно понимать, я вообще стараюсь их всех называть, это мое тоже писательское желание делать так, называть их всех психопатами, хотя я осознаю, что с профессиональной точки зрения это не совсем верно, и есть разные, типа считается, что это разные диагнозы, но для меня грани этих диагнозов настолько краткие, ну, настолько расплывчатые, что я не понимаю особо, в чем разница. То есть, согласно там психотерапии, психопат это тогда, когда он взял топор. Но я не отличаю разницы между психологическим и физическим насилием, потому что те формы психологического насилия, которые иногда использует психопат в отношении жертвы, наверное, намного страшнее, чем если бы он там взял топор. Ну, то есть, потому что нанесение тех травм и ущерба личности, которые происходят после отношений с психопатами, да, с людьми, которые страдают асоциальным, диссоциальным расстройством личности, иногда имеет вообще необратимые последствия. Вот. И, естественно, в данном вопросе, когда мы сегодня говорим о социопатах-психопатах, у нас будет две части этой трансляции. Сегодня она будет посвящена больше социопатам, а в следующий раз мы поговорим больше о психопатах. Ну, то есть, грубо говоря, если говорить о социопатах, у меня есть свое мнение, я сегодня опять же с вами им поделюсь на эту тему, в чем для меня их отличие. Отличие социопатов и психопатов. Хотя, если мы уйдем в классическую психотерапию, психологию, то на сегодняшний день многие психологи спорят. Они говорят о том, что между психопатом и социопатом в принципе разницы нет никакой. Что этот диагноз социопат, он должен быть или более специализирован, да, и более изучен, либо в принципе их можно называть психопатами и социопатами. А для меня тоже на самом деле грандиозной какой-то разницы нет. Но есть действительно признаки, которые говорят и сообщают о том, почему этот человек отличается от, допустим, психопата. Социопат – это один из видов асоциального расстройства личности, то есть это слово-синоним социопата или асоциальное расстройство личности, диссоциальное расстройство личности. То есть на самом деле это патологическое нарушение. Человек не способен образовывать социальные связи. То есть ни при каких обстоятельствах он не способен это делать. То есть он может в кратком времени демонстрировать что-либо, но в целом социальные связи для него труднообразуемы. И мы, прежде чем перейдем к социопатам, я напомню вам о том, что согласно МКП-10, то есть это официальные формулировки вообще диагностирования асоциального расстройства личности, при семи пунктах должно совпадать 5, ой, 3 минимум. И если вот, то есть я вам сейчас расскажу эти 7 пунктов, по которым вы сможете диагностировать, вообще в целом понимать, какой человек перед вами и что такое социальное расстройство личности. Что-то никак не могу усеться, как-то неудобно. Что такое социальное расстройство личности. Но в целом оно касается как и социопата, так и психопата, и это как бы нормально. Вот. Может, так лучше. Итак, согласно формулировке официальной, у человека должно быть 3 признака из 7 для того, чтобы мы могли назвать его, поставить вообще диагноз или предположить, что понятно, что мы с вами не врачи, диагноз ставить не можем, но на основании поведения мы можем показать, понять, насколько этот человек здоров или нездоров. И сейчас я что-то сделаю с этим светом немножко. Он какой-то странный у меня. Вот. И называю признаки. Первый главный признак асоциального расстройства личности – это человек постоянно нарушает законы и пренебрегает социальными нормами. И если мы говорим уже так, уходя к психопатам, то у психопата все-таки будет подстройка под эту норму, но у социопата нет. Я чуть позже коснусь, вот приведу вам пример, благодаря которому вы сможете сразу это увидеть, понять, в чем отличие. Второе. Постоянно лжет и обманывает других. То есть форма лжи это является обязательным. То есть, знаете, здоровая психика, она лжет по причине чего-то. То есть, как правило, я в грех прощения об этом пишу, это ложь во спасение, да, это ложь с целью, избежать какого-то там наказания, вот, и другой вид лжи, это когда человек лжет просто, чтобы лгать,
То есть нет никаких причин для этого, но он все равно это делает. То есть сама форма лжи и то, что ему верят, доставляет ему удовольствие. Поэтому второй признак – это как бы беспричинная ложь. И помните, в «Грех прощения» про Матвея пишу о том, что манипуляторы, да, то есть они прежде всего с чем соврать, у них на лице появляется микроулыбка, то есть они испытывают удовольствие от того, что они лгут и им верят. И вот это вот очень важно понимать, что здоровая психика, она не врет просто так, то есть у нее нет в этом потребности. Вообще как бы считается, что люди лгут очень часто, вот, но, как правило, они лгут во спасение. Вот. А социопаты, да, люди со социальным расстройством личности, они лгут просто так. То есть им нравится эта форма бравады, которую они испытывают, я не знаю, ощущают. Я иногда наблюдаю за этим, но я прям вижу, как это в них включается, и как они начинают рассказывать истории, которые вообще не имеют никакого отношения к реальности. Поэтому вот у них эта форма лжи просто так. Третье. Импульсивны и не способны планировать будущее. То есть это признак социального расстройства личности. То есть я иногда называю это процессор, который работает только в одном направлении. То есть они решают только одну задачу и очень быстро переключаются с одного на другое, не помня о том, что они обещали там другим людям. Следующее. Раздражительные и агрессивные. Склонны к частым дракам. То есть если вы встречаете человека, который рассказывает вам с гордостью о том, что он участвует постоянно в каких-то боях и ссорах и постоянно с кем-то ругается, это не признак того, что он великий альфа-самец. Это как раз признак того, что у этого человека, возможно, есть асоциальное расстройство личности. Ой, вас становится больше и больше. Спасибо вам огромное. Помните о том, что для меня самая ценная ваша награда и благодарность – это репосты. Поэтому спасибо вам за них. И я напоминаю вам, не забывайте делать репосты, потому что ваши репосты действительно могут спасти кому-то жизнь. Я достаточно часто получаю в личку письма о том, что девочки и мальчики пишут, что я увидела на странице у своего друга репост, начал смотреть или начала смотреть и начала понимать, что происходит с моей жизнью. А до этого мне хотелось перерезать вены, и я думала, что со мной явно что-то не так. Поэтому вы действительно спасаете судьбы, когда делаете репосты. Пятое. Мало заботиться о безопасности окружающих. То есть это, например, в жизни это очень часто может проявляться в агрессивном вождении, когда его поведение может навредить другим людям. Шестое. Безответственен, не способен выполнять финансовые обязательства. Вообще форма, общая форма безответственности, она присуща любому человеку, который имеет асоциальное расстройство личности. Седьмое. Не испытывает угрызения совести или раскаяния, причиняя вред другим. И вот здесь вот очень важный момент. Я сейчас даже себе запишу. Как пятый признак, да, в чем разница? Вот, причиняя вред другим, особо не испытывает вообще никаких особых переживаний, и его это особо не волнует. То есть это не мои признаки, это признаки, которые я назвала, это признаки согласно медицине, которые ставят психотерапевт, ну, имея еще другие причины для диагностирования этого человека. Как правило, к сожалению, социопаты и психопаты, они попадают на прием к психотерапевту исключительно по предподписанию суда. То есть когда уже, ну, то есть эти люди сами не стремятся к терапии, как правило. Они считают, что это не работает, и с ними все в порядке. И нет вообще никаких причин для этого. Вот как бы мне кажется, что вот это самое страшное в этой всей истории. Вот. Поэтому теперь вернемся с вами к, собственно, социопатам. И я покажу вам, расскажу вам свое личное мнение, в чем я считаю социопат все-таки отличен от психопата.
И прежде чем мы перейдем к ним и к их уже поведению, начну с того, что для меня является важным, то, что вы навряд ли где-то сможете прочитать, только увидеть здесь видео на трансляции, или, возможно, если когда-то я буду писать статью на эту тему, то тогда вы сможете это прочесть. Чем же отличается социопат от психопата? На моем как бы опыте анализа и изучения всего того, что я изучила, я считаю, что есть 5 основных признаков отличий социопата от психопата. Первое, что очень важно понимать, это то, что сегодня все психологи, психотерапевты, нейробиологи уже доказали, это то, что мы будем более подробно говорить с вами на следующей трансляции об этом, потому что у нас будет социопат, психопат, часть первая, часть вторая. Мы не успеем сегодня прям все обсудить. Но первое, с чего важно начать, то, что я хочу сказать, это то, что является важным. То, что сегодня абсолютно доказано, что психопат – это в первую очередь, физический диагноз. Социопат стал таким в результате окружения и воспитания, в которое он попал. Объясняю, в чем разница. То есть исследования доказали, что у психопата, мы не знаем, врожденное это или нет, или это был результат какой-то травмы, воспитания в детстве, потому что ни один ученый мира вам ответ на этот вопрос не даст. Однако все психопаты, которые были диагностированы как психопаты, и когда их исследовали с помощью аппарата, который изучает нейронные вообще движения, связи, реакции мозга, помогите мне, как называется, когда голову вставляют, снимки делают, такая машина, жух, забыла. Вот, у него там есть аномалия в лимбической части мозга, то есть у этого человека, скажем, неправильно работает эмоциональный центр. То есть он действительно не понимает, что такое эмпатия, МРТ, спасибо. Он действительно не понимает, что такое диагноз, что такое эмоции, что такое переживание, что такое эмпатия. Он не может физиологически осознать, он может это только имитировать, но он этого не чувствует. То есть центр, отвечающий за любовь, эмпатию, сопереживание, у него не работает, либо работает аномально. То есть, уходя так, в следующий раз буду более подробно говорить, как это устроено, но объясняю, то есть психопат – это в первую очередь физиологический диагноз. Социопат – это форма, которую человек приобрел. Из этого мы можем сделать вывод, который сегодня является важным в определении отличия этих двух диагнозов, в том, что социопат все-таки испытывает какие-либо эмоции правильно. То есть в каких-то кратких моментах он способен их испытывать. Там какое-то сопереживание или понимание, что он что-то делает не так. Психопат, он просто глубоко убежден, что он всегда делает правильно. И вот здесь вот есть такой очень хороший пример, как здоровая психика работает, а как работает нездоровая психика. То есть представим, например, такую ситуацию. То есть если мы попадаем в какую-то форму нарушения закона, ну не знаю, вы едете за рулем, и сзади за вами начали эти мигалки, там 5 или 7 или 10 полицейских машин, которые требуют вас остановиться. То есть первая реакция здоровой психики – это выброс адреналина, это страх, когда человек думает, о боже, сейчас будут проблемы, что случилось, да, и он начинает из-за этого переживать. Психопат в данной ситуации спокойно скажет себе, о, меня сейчас остановят, и он выйдет из машины в полном состоянии спокойствия, даже если при этом у него будет труп в багажнике, извините за плохой пример, там, или еще какие-то нарушения. То есть он не испытывает этих эмоций. Социопат в данной ситуации, ну, подумает, ну, не очень приятно, но меня сейчас остановят. И что очень важно здесь понимать, что со временем социопат, находясь и постоянно нарушая нормы социального общества, у него происходит как атрофирование этой эмоции. То есть и он становится в своем как бы восприятии мира очень похож на психопата. То есть, грубо говоря, если мы там уйдем в детство, вот согласно профессионального официального диагностирования, один из признаков психопатии – это то, что ребенок имел признаки психопата еще в детстве, то есть это в возрасте до 15 лет.
То есть он вел себя там агрессивно с животными, он там что-либо постоянно поджигал, у него был анурез и так далее. Социопат – это та форма, когда человек говорит, он был хорошим мальчиком, но потом он связался с плохой компанией, и с ним это случилось. То есть социопат – это как приобретенная форма поведения в результате чего-либо. То есть он или попал в криминальную среду, и там ему пришлось так взаимодействовать, грубо говоря. Или, например, там отец обучал его жестко делать, вести бизнес, и он делает таким же образом. Ну, то есть и так далее. То есть это идет больше от детской травматики. Поэтому первое отличие социопата от психопата, то, что социопат стал таким. Психопат сегодня все больше и больше, все исследования преследуют, что они рождаются, имеют генетическую патологию. И все зависит от того, что, в какую семью он попадает, да, то есть, грубо говоря, с такой патологией физиологический ребенок в хорошей семье там вырастет нарциссом, который будет имитировать эти эмоции, но все равно он будет как минимум нарциссом. А в семье, где была агрессивная среда, он станет, допустим, маньяком, потому что он имеет эту патологию. С социопатом несколько иначе, то есть это результат травм, которых он получил, и жизненного опыта, которые сформировали у него это поведение и восприятие. Вот. Очень важный момент. Второе – это пренебрежение социальными нормами. Вот здесь кто-то написал у вас, что психопат – это… Кто-то написал… Так. Кто-то, вот я здесь видела комментарии по поводу того, что вы говорите о том, что социально адаптированный психопат – это социопат. Это неправильная формулировка. Социально адаптированный психопат – это не совсем социопат. И на самом деле очень много социопатов не являются социально адаптированными. Наоборот, их поведение ярко выражено социально. То есть вот в чем разница, даже на мой взгляд, между психопатом и социопатом, что психопат подстраивается под нормальность, а социопата вообще эта тема в большинстве случаев не волнует, он даже над этим не задумывается. То есть это те люди, которые там, не знаю, спокойно могут послать там, не знаю, президента страны, просто действуя на своем импульсе, не задумываясь о последствиях и ни о чем. Поэтому как раз-таки социопата всегда очень ярко показывает это пренебрежение социальными нормами. То есть все общепринятые правила и устои о том, что делать нельзя или не можно, ему вообще на это абсолютно плевать. То есть он делает это, и даже, может быть, нарушение этих социальных норм доставляет ему определенную форму удовольствия. Поэтому для меня как раз-таки разница между психопатом и социопатом вот как раз-таки кроется в этом, что социопат, на мой взгляд, намного менее подстраивается под социопат намного менее подстраивается под общие социальные нормы, чем психопат. Вот ярко выраженный пример, я часто его привожу, обожаю эту гениальную роль Безрукова, которая называется «Без тебя», да, по-моему, фильм, там, где он играет танцора. Вот, на мой взгляд, главный герой, которого он играет, это известная история, основанная на реальных событиях, история жизни известного танцора. Вот там он ярко выраженный социопат. То есть, когда к нему приходит дочка и говорит, я там тебя люблю. Он голову поворачивает и говорит, мне все равно, любишь ты меня или нет. Но при этом, обратите внимание, как он привязан к собственной собаке. Вот эта форма как раз-таки ярко выражена социопата. Он, с одной стороны, вроде бы безразличен ко всем, но в какой-то истории он может испытывать вот эту эмпатию и привязанность, в отличие от психопата, которому вообще все безразлично, начиная от животных и заканчивая собственными детьми. Вот. Третье. И вот здесь вот очень важно, еще такой важный акцент сделаю в этом пункте, пренебрежение социальными нормами, что социопаты, они очень редко находятся там всю жизнь в одной профессии. Наоборот, то есть у них есть такой один из признаков социопата, это его такая, знаете, жизнь как афериста. То есть он постоянно или меняет профессии,
или находятся в каких-то странных очень профессиях, или находятся в состоянии получения денег обманным путем и так далее и тому подобное. То есть вот правильный, наверное, образ, да, это такое поведение афериста. Третье, что выделяет социопата, это импульсивность. Обращу еще раз на ваше внимание, что если психопат, он может просчитывать свои поступки на несколько шагов вперед, социопат, как правило, действует импульсивно, не задумываясь о собственных последствиях, о последствиях собственных поступков. То есть он сначала делает, потом он думает. Вот это очень явный признак вообще социопата. Вот. Для меня четвертый признак, в отличие от психопата, да, то есть я сравниваю вам социопата с психопатом. Поэтому психопаты могут быть неимпульсивны, они могут длительное время замереть и ждать для того, чтобы отомстить. Социопат, скорее всего, себя так не поведет, он будет действовать импульсивно. И, соответственно, поэтому эти люди, с ними патологически невозможно договориться о встрече. То есть они бесконечно их переносят, опаздывают, забывают и так далее и тому подобное. Четвертый признак, на мой взгляд, отличие психопата от социопата. Социопат всегда сфокусирован исключительно на себе. То есть его безразличие там, в личной жизни или в отношениях, как правило, из-за полной фокусировки на себе. То есть в отличие от психопата, которому доставляет удовольствие другая боль. Вот. Я на следующей трансляции буду объяснять, почему так. Это тоже мое личное мнение, почему психопаты так гонятся за болью собственных жертв. То есть то у социопата это не является его высшей мерой жизни или почему он это делает. Для него просто важно, чтобы у него было все так, как он хочет. И если чьи-то поступки этому мешают, этот человек будет как бы отправлен в игнор. Он более сфокусирован на себе. И пятое, это когда психопат причиняет вред кому-то другому, он, как правило, использует какое-то оправдание внутри себя. Он может не сказать это внешне, но внутри себя он скажет, это потому что она в этом виновата. То есть я в этом не виноват, но я был вынужден так поступить. Психопат даже не будет над этим задумываться. То есть ему просто все равно. То есть он не будет искать себе каких-либо оправданий собственному поведению. Он просто убежден, что он прав, и все. И на этом все. Так, я столько заметочек сегодня себе написала для того, чтобы ничего не забыть. Вот, откладываю то, что уже сказала. Теперь переходим непосредственно к социопатам. Их делят как бы на две категории. Это пассивная, латентная и активная социопат. То есть латентная, пассивная социопаты, господи, они просто для меня все уже одинаковые, социопаты, то есть их признак в том, что они могут находиться в длительное время, ну, скажем, не то что в подстройке к обществу, вот они очень часто становятся идолопоклонниками, знаете, кого-то, там прибегают к какой-то религии, и то есть вот они как бы социально адаптируются, грубо говоря, вот через присоединение к каким-то группам, вот назовем это так. Хотя для всего мира как бы они не социально адаптированы. И, естественно, активные социопаты – это те, которым абсолютно плевать на любые нормы, и даже если они в коротком времени могут продемонстрировать, что якобы не плевать, как только камера выключится, да, или они останутся в условиях, где это не обязательно демонстрировать, они проявят все свои асоциальные признаки по полной программе. Ну, это вот как раз-таки тот момент, когда он на работе белый воротничок и сотрудник такой спокойный, а потом выезжая там, не знаю, на отдых в Турцию, он бухает с утра до ночи и устраивает кардебалеты так, что о нем еще потом Турция несколько лет вспоминает. Вот это вот признак активного социопата, ну, такое поведение, то есть расхождение между тем, как он ведет себя в какой-то среде, да, которая заставляет его это делать, и тем, как он себя ведет, когда этот контроль снят. Поэтому это тоже такой очень важный момент. Напомню вам, что синонимом социопатии является социальное расстройство.
А это говорит о том как раз-таки, что человек не способен налаживать длительные социальные связи. Вот, поэтому у социопата вы всегда будете видеть признак, это много браков, много связей, много каких-то кратковременных разорванных отношений и так далее. Поэтому об этом тоже очень важно помнить. Мне кажется, уже так долго говорю. Поэтому теперь закончим мы на 12 признаках социопата. На мой взгляд, они очень похожи с психопатами. Ну, например, Таня Танк, она как бы больше любит использовать слово социопат. Мне больше нравится использовать слово психопат. Объясню почему в следующий раз. По оценкам специалистов на сегодняшний момент, в принципе, по большому счету, есть только одна разница в этих двух диагнозах. Это физиологическая форма и психологическая форма создания асоциального поведения. Но в целом они между собой достаточно похожи. 5 признаков того, на мой взгляд, чем социопат отличен от психопата, я вам рассказала. Поэтому переходим уже непосредственно к таким поведенческим функциям, по которым вы можете понять. Итак, начнем с первого, я буду их по очереди по-другому говорить. Отбрасывает социальные нормы, то есть это признак социопата. То есть он не боится, что о нем подумают, ему абсолютно плевать, и следует всегда собственным интересам. То есть у него нету вот этой формы, ну, грубо говоря, там, совести или понимания того, что он нарушает чьи-то границы, или там, что он кому-то может причинять боль. То есть ему вообще социальная норма, знаете, я даже за социопатами очень часто замечаю, что они гордятся этим. То есть они считают себя особенными, потому что они не живут по правилам социума. Я так не считаю. Я считаю, что уважение к границам других людей – это вообще форма, вообще признак здоровой личности. Особенно, там, если даже ты достиг там сверхвершин жизни и можешь поступать как угодно и вообще быть безнаказанным, как раз-таки вот эта форма уважения к нормам социального общества, к социальным нормам общества – это есть великий признак здоровой вообще психики. Следующий момент, ну, то есть мы переходим, это у них нет угрызений совести. Так очень часто пишут, но у социопата они могут быть. Но социопат мгновенно гасит это, перекладывая ответственность на человека, с которым он там что-либо сделал. Ну, то есть я наказал там того-то, потому что он себя повел вот так-то. Если бы он не повел, я бы не наказывал. Ну, то есть он всегда говорит, что тот человек является первоисточником его поведения, первопричиной его поведения. Вот. Следующий момент. Они категорически не учатся на собственных ошибках. Ну, этот признак есть и у психопата тоже в том числе. Это постоянный перенос ответственности на кого-то за собственные результаты или поступки. И наоборот, любая форма поучения, либо желание показать им, что, может быть, причина в них и есть иначе, вызывает у них огромную-огромную агрессию. Вот, поэтому вы об этом помните и знаете о том, что следующий признак социопата – они патологически не переносят критику. Вот, патологически не переносят критику, впрочем, как и нарциссы. Вот, знаете, вот скажу вот такую важную фразу. Практически каждый социопат и психопат – нарцисс. Но не все нарциссы – психопаты. Вот это очень важно понимать, когда мы говорим о нарциссизме, да, и я рассказывала в одном из видео, посмотрите его, если вы здесь на трансляции первый раз, видео о нарциссах. Вот. Спасибо вам огромное, что вас так много, и что вы делаете репост. Следующий признак социопата, он с презрением относится к окружающим. И еще очень интересный признак этой личности, они считают себя чуть ли вот обязательно для них вот показать другому человеку, насколько он ущербен, или хотя это абсолютно в большинстве случаев всего лишь его реальность. Вот, там, сказать какой-то приятной, доброй девушке, что ее все ненавидят, там, и так далее. То есть с презрением относятся к окружающим.
понятно, каким образом это проявляется. Это проявляется отношение к парковщикам, официантам, к мимопроходящим людям, продавцам в магазине. То есть любой, кто социально ниже его, будет получать порцию вот этого презрения. Вот. Следующий признак. Патологическая ложь, беспричинная. И причем у социопата очень часто есть эта форма броварства, да, то есть броварство. То есть он рассказывает о себе какие-то истории, которых вообще в его жизни никогда не было. Психопат тоже может это делать, но как-то за психопатами я это реже замечала. Они скорее приукрашают то, что было в их жизни. То социопат может рассказать вам такую байку, что чуть ли он там, не знаю, посланник спецслужб, или там, что в детстве он там ушел из дома в 7 лет и 2 недели жил один в лесу, а потом вернулся. Ну, то есть какие-то такие истории, которые ты слушаешь и думаешь, о боже, это что вообще надо делать, чтобы это себе придумать? Или там, например, он может рассказывать про какой-то сон из детства, который, ну, для ребенка там 3 или 5 лет вообще нереален, потому что психика ребенка не может выдавать такие порции, ну, то есть таким образом мыслить в таком раннем возрасте. Ну и многое другое. То есть у них такие, как бы, ну, за гранью, то есть ложь, которая находится за гранью реальности. И я вот всегда вас очень призываю, когда вы особенно впускаете в свою жизнь нового человека, вы когда слушаете такие истории, которые, ну, фантастические, вы все-таки остановитесь на секунду, задумайтесь и присмотритесь к этому человеку более внимательно. Ну вот здесь, да, говорят очень часто, то есть психопат, он всегда будет находиться в подстройке к своей жертве и будет идеальным принцем. То вот социопат, он, наоборот, будет отличным от большинства норм, то есть он будет как будто бы за гранью нарушения. То есть, знаете, вот такая ложная харизматичность, которую очень часто женщины ведутся на это, что вот он такой необычный Д'Артаньян вроде бы. Ну то есть это немножко другая форма поведения, не такая, как у психопата. Поэтому лжет постоянно без причины, соответственно, необязателен, может вести себя непредсказуемо и импульсивно. То есть еще раз повторю этот признак, я уже о нем сегодня говорила в другой, как бы, части нашего общения, что социопаты, они, как правило, импульсивны, и их агрессивность тоже может быть импульсивной, то есть они как раз-таки взрывоопасно эмоционально, могут начать кричать или начать себя вести агрессивно. Считает себя правым во всем, я уже это говорила. Манипулирует. Причем социопат очень часто делает это просто на уровне, ну, несознательно. Он, его форма поведения, ему нужно получить то, что ему надо, все способы для этого хороши, все. Следующее. Не стесняются причинять физическую боль. То есть это проявляется в первую очередь в форме тех, кто слабее. То есть он, например, может идти и беспричинно ударить собаку. Или там беспричинно ударить кого-то на улице, кого он видит, что он слабее. Вот, поэтому легко переходят к агрессивному поведению. Хотя здесь не соглашусь, но в целом такое может быть. Вот, образ жизни афериста, я сегодня уже это повторяла, это 12-й признак социопата. Вот. Ну, естественно, вот эти формы, 13-й признак нарушения социальных норм, всевозможная такая, знаете, вседозволенность в собственном поведении, это, естественно, признак социопата. Вот. Вот такие получились у нас сегодня, получилась такая трансляция, на мой взгляд, очень информативная. Я к ней готовилась сегодня даже. Вот я всегда вообще к трансляциям готовлюсь. Ну и нужно понимать, что, естественно, социопат теоретически может уйти в терапию, теоретически, и каким-то образом влиять на собственные реакции, но по факту, как правило, этого нет. И самое страшное в социопатии, что чем старше он становится, тем больше, мне кажется, на уровне психологическом он больше и больше становится ближе к психопату, который вообще не испытывает каких-либо эмоций. Вот. Давайте отвечу на какие-то ваши вопросы, хотя бы 5 минуток, 10 на все остальные. Посмотрим, как там будет получаться, может быть, отвечу письменно. Так, добрый-добрый вечер всем. Вам было интересно сегодня, я надеюсь? Вы мне хотя бы напишите.
Так, добрый вечер. Мне радует, что у нас шикарный... Спасибо за нее. Здравствуйте, Нью-Йорк. Звук плохой? Ну, не может быть такого, что у всех хороший, а у вас плохой. Если бы звук был плохой, уже бы тут все мне об этом сказали. Спасибо за теплые слова. Ну, я не знаю, просто, когда мне все время говорят, там, вы спец по манипуляции. Ну, это действительно правда, но для меня тема манипуляции, она уже как бы закрыта внутри меня, то есть я уже давно пошла дальше в собственных знаниях, но ваши вопросы пока касаются манипуляции. И я думаю, что так будет после выхода вознаграждения, когда появится следующая книга, следующая трилогия направлена, не трилогия, а трехтомник, на другие вещи, возможно, это изменится. Но пока вы читаете «Жиджи», и, естественно, «Жиджи» сейчас будет выходить там на англоязычных рынках, на английском языке, а все равно эта тема манипуляции так или иначе будет меня преследовать, и я смирилась с ней и тренирую свою смиренность. Вот, в этом смысле. Как это, покорно следую вашим вопросам, потому что моя основная задача — это стать ответом для вас, потому что я понимаю, что из-за собственных незнания, из-за собственного незнания мы очень часто позволяем психологическим садистам ломать просто наши жизни, потому что они давят на какие-то точки любви, ну, и из-за того, что мы не понимаем, что такое любовь, мы получаем вот этот вот жизненный опыт вместо того, чтобы быть счастливыми. Главная, мне кажется, причина же, почему мы становимся жертвами, это то, что мы о всех других людях судим по себе. И вот это самая главная причина. Вместо того, чтобы их там, к ним присмотреться, посмотреть на их действия и их как-то проверить, да, ну, то есть я, например, такой, мне говорят, вы манипулируете людьми? Никогда. Но я легко могу спровоцировать человека для того, чтобы понять, кто он. То есть я могу, не знаю, одолжить ему денег или просто дать, чтобы посмотреть, как человек отреагирует. Ну, то есть многие другие вещи способны сделать для того, чтобы увидеть истинное проявление характера человека. Мне кажется, что вот если бы мы не находились в этом слепом доверии, а работали над собой, в нашем мире было бы меньше жертв. Итак, добрый вечер, я подсела на вас, утром просыпаюсь, спасибо. Когда ребенок спит, опять с вами. Спасибо огромное. Ну, я думаю, что вы просто не на меня подсели, а на те знания, которые я даю. И, видимо, у вас сейчас такой период в жизни, когда они для вас жизненно необходимы. Это нормально. То есть я тоже в свое время также подсаживалась на определенных авторов, когда изучала ту или иную литературу, были специалисты, с которыми мне еще хотелось лично познакомиться и так далее. То есть это нормально. Вот. Я тоже три года в день рождения сама с собой. Но я, к сожалению, в этом году не сама с собой, или, к счастью, я не знаю. Но я люблю, вот не люблю вот это, знаете, когда состояние бесконечного звонка происходит, и тебе телефон вот просто, он звонит, 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 звонит. Вот, поэтому все-таки я благодарна за все поздравления, но благодарна в том, что звонки были только там от самых-самых близких людей, таких уже там родных, назовем это так. Анечка, 13.06 ушла от своего психопата. Благодаря вам, ваши книги, онлайн-курс вытащили меня из ада. Спасибо вам. Так и есть. У нас есть курс, который, ну, мне кажется, очень важно, если вы находитесь в таких отношениях. Он называется «Любовь или зависимость», на котором я даю возможность выйти быстро из этого состояния зависимости. Ну и, соответственно, если в наших отношениях мы бежим по граблям, один был нарцисс, второй психопат, третий социопат, четвертый мизогин, там, пятый пикапер, то это как раз повод немедленно записаться на онлайн отношения для жизни или вместо жизни. То есть если вы все время бежите по граблям, то это говорит о том, что там где-то на самом дне есть большая проблема, с которой вы не можете справиться. И вот этот курс «Отношения для жизни или вместо жизни», он как раз-таки помогает выйти из этого. Доброе время суток, добрый вечер.
Анечка, привет, спасибо вам, я ушла, вернее, убежала от абьюзера хардового. Благодаря вам, Ань, вы мне жизнь спасали, спасибо вам. Я бы не один год жила с тираном, еще так, если б не вы, спасибо. Я рада стать ответом, и я всегда говорю, призываю каждого человека помнить о том, что вы самое ценное, что есть в вашей жизни. И когда я говорю о том, что вы самое ценное, я не говорю о нарциссизме. Я говорю о здоровом понимании себя и понимании того, что любовь — это не боль. Отношения — это не боль. То есть мы не можем быть в отношениях, которые нас разрушают, потому что наша жизнь, она слишком коротка для этого. И ни один человек этого не стоит. И ни одни деньги этого не стоят. То есть ваша задача — это просто осознавать, что вы можете проживать всю свою жизнь в этом аду или проживать всю свою жизнь в тотальном спокойствии и гармонии. Так вот, я как раз-таки за то, что всегда нужно делать выход или делать выбор в сторону спокойствия, потому что этот мужчина не последний на планете Земля, и эта женщина не последняя на планете Земля. И если она вас разрушает, если она постоянно приносит вам деструктивные, негативные эмоции, если вам больно от соприкосновения, общения и нахождения в этом, то вы явно идете не туда. А записи не будет, не слушать, так это отвечала. Ольга, все Ольгу поздравляют, и я тоже, да. Присоединяйтесь к клубу, вас там всегда бабочки поддержат. Питаться нужно 5 раз в день и мало, высчитывать норму белка и будете худеть. Ну, к сожалению, Светлана, как показывает жизненный опыт очень многих, что некоторые не могут сбросить вес, питаясь по часам, минимизируя калории, при этом еще занимаясь ежедневно спортом. Вот. И иногда проблема не только в физике, но иногда проблема еще и в эмоциональных блоках. Некоторые не могут патологически заставить себя заниматься спортом или не могут так питаться. Поэтому я, например, в своей жизни это проходила, состояние, когда есть 3 килограмма, которые ты не можешь сбросить ничем. Хоть голодаешь, хоть ты занимаешься спортом 10 раз в неделю, то есть при том, что питалась и питаюсь, я всегда ем низкокалорийную, абсолютно здоровую еду. Ну и многое другое. То есть вообще этот курс, он перевернет очень многие ваши идеи о том, что правильно, а что нет. Потому что мы, например, прежде чем запустить его в клубе «Здесь для вас, для бабочек», тестировали его на 30 людях, и те феноменальные результаты, которые получили люди, ну, меня это поразило. Это там за месяц на потеря веса 8-12 килограмм, 9, 5, 7, ну, то есть в зависимости от нормы. И это уникально. Поэтому вот так. А если не в питании? Ни один человек еще не похудел, не меняя привычки питания. Бабочка, у кого из вас есть вопрос, что такое ваши привычки, почему вы не можете их изменить, и почему многие люди могут легко поменять, а для некоторых это невозможно? Что стоит за всем этим? Вот на это этот курс дает ответ. Добрый вечер из Италии, именно. Спокойно жить без ожидания. У меня есть, я тоже, не знаю, я тоже рою до тошноты. А, да, за такие подарки жду очень поездку на море отложила. Здорово. Какую именно бабочку вам надо? Бабочку из книжки. Вот, каждая книга персонализирована, в ней специальная бабочка, с помощью которой вы регистрируетесь в клубе «Жить жизнь». И в этом году я делаю такой подарок для всех участников. Бесплатные 7 уроков онлайн, направлены именно на работу с собственным телом и как раз-таки как это на быстрое избавление от лишнего веса, назовем это так. Спасибо за теплые слова, за поздравления с днем рождения. Вы умница, мой спаситель, свои вопросы, 7 лет. Со мной делали, убежала с 5-месячной дочкой, а точнее меня слили, как появилась новая жертва. Обидно и больно осознавать, что так меня использовали 7 лет, они потеряны. Спасибо вам за все. Ну, иногда лучше 7 лет, чем всю жизнь. Как хочется в ваш закрытый клуб попасть. Это легко, на богинская.ком книжка стоит очень дешево, поэтому можете попасть за 1 минуту. Бабочки погибаю. Поделитесь, пожалуйста, бабочкой. Добрый вечер. После отношений с психопатом, которые длились 3 года, я заболела раком и сейчас прохожу лечение от него. Во время второй химии я нашла ваши трансляции. Для меня открылись многие ответы на мои бесконечные вопросы. Огромное вам спасибо. Благодарю вас за теплые слова. Сейчас я постоянно
постепенно вылечиваюсь и физически, и морально. Написала книгу, в конце указала на вашу страницу. Хотелось бы задать вам несколько вопросов, но я не знаю, куда. У меня очень сложная ситуация, у меня еще мать и дочь манипуляторы, вы мне уже очень помогли, но я прошу еще помощи. Татьяна, вы можете написать здесь на странице, вот это моя личная страница, и в мессенджере отвечаю только я. Другой вопрос, что бывает не всегда, у меня есть время для этого, но я стараюсь отвечать на все письма, которые я получаю. Чем определить силу чувств? Это тоже вопрос, над которым я всегда билась и думала, почему не придумают какую-то машинку, которая, знаете, подключил и проверил. Скорее не так, то есть на какое-то чувство, и вот здесь больше нужно анализировать. Но вообще, на самом деле, есть же невербальные признаки тех или иных эмоций, которые испытывает человек. И мне кажется, что вот на уровне физики таким образом проявляются те или иные истинные наши эмоции. То есть большая влюбленность будет показывать больше огня в глазах, чем ее отсутствие. Я тоже очень рада услышать ваш голос. Предлагаю составить пофамильный список героев, ввести базу фамилиями. Я думаю, что со временем так и будет. Спасибо теплое за теплые слова. Социопата, ну да, это смежные диагнозы. Добрый вечер, рада вас видеть. Ваша идея. Спасибо огромное за теплые слова. Доброго с прошедшим днем рождения. Спасибо огромное. Постоянно лжет. Ну, есть такое, да, бывает. Ну, вообще, как бы, вот у психопата, кстати, не всегда ложь есть. Но я замечала, например, психопатов, которые там в процессе завоевания могут прервать, приврать. Но в целом очень многие из них не являются патологическими лжецами. Ну, хотя среди них есть и патологические лжецы. Но вот как бы на моем жизненном опыте вот такая вот прям бесконечная ложь, она как бы чаще связана с социопатами. Вот просто беспричинная. Применял гипноз, я соболезную вам. Дарина, я пережила влияние психопата, владеющий приемами психологического насилия, применяющий гипноз. Самое ужасное, что особо работает в церкви и с людьми, которые по-определенному раскрывают это особе души. Церковные власти не отправляют человека на обследование, несмотря на ярко выраженную симптоматику. Делается вид, что ничего не происходит. Более того, происходит буллинг тех, кто эту тему поднимает. Ну, естественно, так бывает, и вообще, как бы, форма религиозной манипуляции и религиозных социопатов-психопатов, которые там находятся, очень часто развита. И я, к сожалению, читаю письма, очень часто доводящие меня до слез от этих всех историй, в которые попадают девочки и мальчики из-за именно религиозного какого-то внутреннего веры в религию, да, вместо того, чтобы верить в Бога и в какие-то очень важные ценности. Добрый день, Япония. Анна. Добрый день, Анна. В последнее время испытываю тревогу, дыра внутри груди. Как понять, что это из-за него, а, например, не из-за работы? Есть на работе проблемы. Из последнего оказалось, что он скрывает, когда ему пишет бывшая, хотя и договорились, что он не будет говорить. Я обычно ушла после этого, он мне не звонил. Вопрос, как понять, что это из-за него? Второе, как убрать тревогу? Третье, как заняться своими делами и не быть настолько зависимой от него эмоционально? Но, к сожалению, на ваш вопрос нет ответа за одну секунду. Это комплекс процедур, которые мы должны сделать. Естественно, скорее всего, это ваша зависимость. Посмотрите видео «Адреналиновая зависимость и ее последствия». Но вообще в целом вам нужно однозначно идти на и проходить онлайн 3 занятия по 3 часа, которые называются «Любовь или зависимость». И работать с причинами, почему так произошло с вами, почему вы позволили собой и позволили себе войти в такую зависимость. Здравствуйте, Израиль. Добрый вечер, Анечка. Последний вопрос, уже устала. Уже час в эфире. Добрый вечер, Анечка. 3 недели назад ушла от мужа с ребенком. Муж, маменькин сынок, свекровь ненавидят все и вся. Кто хоть в чем живет, не так, как она сказала. Я перестала с ней общаться, она через мужа меня изводила, в итоге он стал меня ненавидеть. Я стала просто мебелью, он как будто не видел меня, когда я пыталась поговорить, откровенно посылал, говорил, что я ноль без палочки, сумасшедшая, доводил до истерики, доходила до драки. Потом он бежал к мамочке, рассказывал, какая больная истеричка, показывал какую-нибудь царапину на себе.
а я вся в гематомах, но он всего лишь защищался. Мать его обвиняла, что сама я виновата, и просто нашла причину уйти, но я к любовнику ухожу и так далее. Аня, они психопаты или я уже ненормальная? Я ушла, но мне нелегко. Может, стоило общаться со свекровью, но у меня от одной минуты общения с ней поднималось давление, трусило. Она как-то при детях из всей семьи гордо рассказывала, как утопила взрослого кота в бочке. Всего не напишу, она страшный человек. Больно, что я теперь одна с ребенком. Ну, естественно, скорее всего, да, форма психопата. Мать-психопатка, как правило, воспитывает сына мизогина, который тоже так или иначе психопат. Они все вместе взаимодействуют, мстят женщинам. Поэтому, ну, такая себе история. Я не могу на этих признаках, особенно понимая, что вы эмоционально тоже можете искажать какую-либо реальность, но судя по поведению того, что вы описываете, то да, это возможно, возможно, что так и было. Не стоит думать о том, что это страшно, что вы остались одна с ребенком. Намного страшнее это то, что ребенок, особенно если это мальчик, если это девочка, что когда вы терпите такое отношение к себе, вы учите ее делать то же самое. Если это мальчик, то он смотрит на такую модель поведения отца, как на нормаль, ну, как на норму. Поэтому тоже для его будущего не очень хорошо, потому что он будет делать то же самое со своей женщиной. Поэтому в данной ситуации я считаю, что у вас впереди, ну, все проходит, это тоже пройдет. Есть очень много трансляций, знаний, онлайнов даже, которые помогут вам высвободиться из этого очень быстро, сделать выводы, проанализировать и впредь и найти те отношения, которые сделают вас счастливыми, а значит, сделают счастливыми вашего ребенка. Поэтому нельзя думать о том, что я готова терпеть все что угодно ради ребенка, или как страшно. Да, да, наш выбор привел к этому. Но помните, что я говорю и всегда учу, что любой выбор из страха, сомнения, чувства вины, мести или гордыни рано или поздно приводит нас к боли. И когда-то в нашей реальности, когда это все начиналось, скорее всего, вы видели все эти признаки, но по каким-то причинам вы закрыли на них глаза. Поэтому вот это вот причины, как правило, это наши страхи, это наше желание дорисовать к этой картинке что-либо, чтобы только в это войти. Хотя вот любая жертва психопата знает, что на первом этапе ее интуиция говорила ей, что что-то не так и надо бежать. Поэтому вот так. Спасибо вам огромное, я вас очень люблю, обнимаю. Увидимся через пару дней на трансляции в клубе «Жить жизнь». Вот. Увидимся также на трансляции с Еленой Кущ, которая будет читать этот онлайн. Она более подробно, онлайн-курс «Живьем». Она более подробно расскажет, о чем будет курс, и мы будем задавать ей свои вопросы. Поэтому следите за страницей. Напомню вам, что для участников фестиваля «Жизнь как чудо» и вообще для вас всех я на свой день рождения дарю подарки. У вас есть специальная подарочная цена на курс «Отношения для жизни или вместо жизни». Перечитайте мой сегодняшний пост. Вот, или напишите «хочу получить информацию об этом», и Алексей вам пришлет. Вот, но вы можете получить 30% скидку и еще отдельный онлайн «Любовь он или офф» подарок. Поэтому я вас всех обнимаю, спасибо вам за то, что вы есть. Боритесь всегда за свое счастье, за свой рост и трансформацию. Помните о том, что вы самый ценный дар в собственной жизни. Берегите себя и всегда следуйте за спокойствием, потому что спокойствие всегда указывает правильность вашего пути. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к клубу «Жить жизнь». Еще раз благодарю за репосты. Всем хорошего вечера, мне хорошей ночи. Вот, на связи, обнимаю вас, люблю безмерно. Поэтому спасибо.